А у вас есть любимый типаж женский? То есть вам какие вам девочки нравятся вообще? Нет. Нет? Нет, угу. Абсолютно. Угу. Я люблю разнообразие. Понятно. Потому что все количество девушек, которые у меня было, они не похожи друг на друга. Так. То есть нет определенного. Ну какой-то инвариант есть? То есть там есть какая-то общая у них что-то? Не пытались нет, анализировать? Абсолютно нет. Нет. Ага. Все мои знакомые заметили, что ни одна на другую не похожа. Угу. То есть вы ищущий человек, насколько да. я понимаю. Это, но не в профессии. В профессии вы не ищущий. Раз вы такой актер режиссерский, ориентированный на режиссера, то... Я правильно понимаю? Да, вы да, нет? Да, то абсолютно. Есть вы вот как бы не за эксперименты в профессии? Нет. Вы не считаете профессию, которую вы выбрали? Вы все-таки сами выбрали, да, я так понимаю? Да, потому что я, ну как выбрал профессию, я еще учусь, поэтому ну, пока рано говорить нет, по профессии. Нет, уже до того, как вы приняли решение поступать, я считаю, что выбор-то был сделан, раз вы... Ну я раза четыре менял свое решение, пока я учился. Да? На какие? Да. А какие были варианты? У меня было всегда два варианта. Либо пойти в колледж, ну, либо... Вы в колледже, по-моему... И в результате и пошли, нет? Да, 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 да. Ну, сейчас вот я на четвертом да, курсе. Да. Вот, либо остаться, доучиться 11 классов и потом уже решать. То есть, ну, я выбрал все-таки первый вариант и пошел в колледж. Потому что в любом случае, по образованию, я думаю, я обскакал многих учеников обычных школ. Но вы имеете в виду, поясните этот тезис. Ну, да. Просто, грубо говоря, преподаватели, которые у нас преподают, они преподают в вузах. То есть в МГУ, в МГИМО. И разговаривают с нами не как то, что вот, мол, вы дети, маленькие, а уже как-то все-таки как со взрослыми. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».